Пойдемте, я вас провожу. Первые мысли, ну, скорее всего, это воспринимаю как шутку, потому что я такого еще ни разу нигде не слышала, не видела. Вот, ну, очень интересная идея, но слегка необычная. Ложитесь ногами сюда. На живот. Переворачиваемся. Угу, отлично. Щекотки, ну, с одной стороны, я боюсь, но с другой стороны, люблю, потому что, когда в детстве была маленькая, постоянно, когда не могла заснуть, просила маму, чтобы она мне пощекотала ножки, ручки, я сразу засыпала. Сильно щекотали, да, такое тоже было. Тогда уже я боюсь ужасно, причем. Началось. Да. Тоже помню, в школе обычно все время мне что-то подруга отнимала. Начинает меня вот здесь щекотать, у меня руки, естественно, вот так вот, все, и мне уже страшно, она меня что-нибудь отнимает. Ну, потому что все мышцы, да, расслабляются, все, уже теряешься, и можно тобой манипулировать. Ой, дед, по-моему, дед возьмет. Да! 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 Ну, конечно, ощущение необычное, даже не знаю, с чем конкретно сравнить, но приятно, я бы сказала. Ну, во-первых, начинаешь смеяться, это, естественно, огромная польза, сразу настроение повышается. Ну, и с другой стороны, мышечный тонус тоже поднимается. Потому что посмеешься, все, у тебя все болит, болит весь пресс, все болит. Все, клиент готов. Ну, думаю, что это всем будет полезно. И поднять свое эмоциональное состояние, и физическое. Быть всегда в тонусе, быть всегда радостным.